Привет, друзья! А Меня зовут Наста Руда, вы на канале ТОК. И я хочу проанонсовать, что зараз мы запускаем новый формат ТОК-шорт. Это короткие гуторки по горячих темах. Сегодня наш первый гость, который вам хорошо известен, политический глядальник Артем Шрайбман. Прывет, Артём, хочу з таб тобой меркаваць апошнія навіны гэтых дзён. С сталала вядома, што цяпер разбіраецца ўзмацніць адказнасць у дачыненні да вайскоўцаў і чыноўнікаў і цяпер за здраду дзяржаве, х змогуць нават расстрэльваць. Можна меркаваць, што хутчэй за ўсё гэты закон і будзе прыняты ў хуткім часе. І таму маё першае пытанне гэта, як ты думаш, чаму менавіта цяпер гэты закон стаў актуальны для рэ режима. Моя гипотеза состоит в том, что таким образом власть готовится к ситуации, когда и если ей придется вступать в войну. Поскольку этот закон о расстреле принимается вместе с поправками о запрете дискредитации армии вооруженных сил, понятно, что здесь за ним стоит именно такая военная логика. Да? И, в этом, и в этом самой норме про расстрел тоже подчеркнуто, что не только госслужащих, но и военных и военнослужащих. Да? И это не говорит нам, что белорусская власть приняла решение воевать, но говорит нам о том, что она считает этот исход реальным, и нужно к нему быть более готовым, чем была готова Российская Федерация. Они увидели, сколько было косяков в мобилизации, в репрессиях в России в первые там, недели, что все было позволено, критиковали. Только потом, по факту, российское государство под подготавливалось. Вот они решили, ну, вернее, не подготавливалось, а, а меняло свои законы под нужды военного времени. под нужды военных рэпрэсій, военноенй цэнзуры. Вот беларускае государство хочет подготовиться заранее на случай, если придется воевать. Але слухай, ну мы разумеем, што зараз абсолютно не выглядае сітуацыя, так что белаларусь рыхтуецца даступленню ў вайну. Мы не бачым ніякіх рухаў на мяжы зкраінай. і у цэлым, як бы здаецца, што Лкаенко гэта абсолютно невыгаднапер. Як ты думаш, наколькі рэальная такая мавернасць і чаму ўвогуле ты бы думаешь про гэты закон узввязцы з вайной. Ну, как я и сказал, для меня основной маячок, что это связано именно то, что это принимается в пакете с другой поправкой про дискредитацию армии, которая просто копия с российской. При том, что в, в белорусском законе был такая, в белорусском уголовном кодексе был запрет на дискредитацию государства, при желании его можно было бы использовать и для критиков вооруженных сил. Но они решают подчеркнуть, что именно теперь критиковать армию отдельно запрещено. И тут же вводят смертную казнь за измену. На мой взгляд, чтобы потом пугать людей, которые будут отказываться ехать воевать. И таким образом им, вне зависимости от того, что это невозможно классифицировать как измена государства ни в, одном, ни в одной стране, отказ воевать или сдачу в плен, но этим можно запугивать. И главная цель здесь именно такая пропагандистская. Я не считаю, что этот вариант сегодня супервероятный. Я много раз говорил, что для белорусского режима имеет множество резонов воздерживаться от этой войны. И это Лукашенко сам, мне кажется, делает, дает себе в этом отчет. Но не все происходит по воле Минска, не все происходит по воле Беларуси в целом. И я так понимаю, что они считают этот исход просто вероятным или там возможным, да, Просто по факту того, что война идет, война эскалируется, она может переброситься на нашу территорию. А, и, или Россия может таким образом спровоцировать а, во, военные действия так, что они перейдут на белорусскую территорию, спровоцировать ту же Украину. И поэтому Лукашенко просто действует, действует, действует в некотором смысле на, на упреждение. То есть, еще раз, не значит, что он готовится в, к войне, но он готовится к ситуации, когда другого выхода у него не будет. И лучше, чтобы режим был к этому Приспособлен лучше, чем Путинский в феврале-марте 2022. А как ты думаешь, у Путина еще застались рычаги для того, чтобы змусить Лукашенко уступить в войну? Мы пока не видели никакого принуждения до сих пор и никакого использования рычагов. То есть, вот этот популярный нарратив, что Путин Лукашенко заставляет а Лукашенко как-то выкручивается. Мне кажется, это просто выдумки. Никаких доказательств этому нет. что Путин хоть раз просил Лукашенко вступить в войну. Это обычно на уровне того, что у него Паркинсон, а у Лукашенко рак. Вот на уровне таких же сплетен и слухов эти, эти выводы. Поэтому пока мы даже не знаем, какие рычаги есть, как Путин будет готов их задействовать. Но просто если посмотреть на баланс в отношениях двух стран, то все, мне кажется, довольно очевидно. Беларусь тотально зависима от России сегодня во всех сферах, но зависимость в экономике и в военной сфере, она за последние годы просто выросла до рекордных каких-то объемов. Да, экономика теперь... Вечная торговля завязана на Россию почти полностью. Даже не столько как на рынок, сколько как на логистический канал во весь остальной мир, когда все остальные границы, по сути, перекрыты для многих товаров. А военные точки зрения... Ну, здесь все понятно. Войска стоят в Беларуси. Поэтому рычагов у Путина множество. Мы не знаем, как Лукашенко будет на такое давление реагировать. Поддастся ли он сразу или попадается? И есть ли у него там способность отбиться от такого давления? А, и будет ли вообще Путин когда-нибудь с этим давить? Мы этого тоже всего не знаем. Это все такое в тумане. Но а, я бы не... Все свои деньги я бы не поставил на то, что Лукашенко сможет бесконечно отбиваться, если его будут действительно к этому принуждать ну, грубой российской силой. А как ты в связи с этим твоим меркованием трактуешь приезд Шойгу в Беларусь? Мы точно не знаем, что они подписали. Судя по всему, протокол к соглашению старому союзному должен каким-то образом облегчить а, пребывание российских войск в Беларуси. Да? Что это? Что-то это техническое, бюрократическое или серьезное, мы просто не знаем. Но по факту это скорее всего какое-то приведение э, законов, там, международных договоров в соответствии с реальностью. Вот как российская армия функционирует в Беларуси на сегодня, какую там она имеет свободу действий. Вот я думаю, что-то подобное они и записали в, э, в соглашение. Да? Потому что протокол это всегда внесение изменений в уже существующий договор. Вот скорее всего, его просто подогнали под реалии времени, потому что он был заключен в конце 90-х, там, очевидно, поменялось многое, и э, они, они как, как часто белорусская власть делает с репрессиями, сначала их применяет, а потом легализует. Вот, я думаю то ж самае происходит здесь ваенным свай такой інтэграцыі вяртаюешся до законапраекта і таго што ты лічыш ж таки гэта наперш за за нас вайной быў кейс дзяніса рада связи тагенштаба якога асудзілі до да 18 гадоў -го турмы заазялі ў сакрэтнага дакумента ў канал нехта Як ты вечыш вось супраць гэтага ці не накіраваны гэты закон так ці маглі б яго зараз напрыклад расстраляць по гэтым законе. В том числе против таких случаев, просто я думаю, что первая первичная цель таких законов это запугивание, да, а не непосредственная казнь любого, кто там, изменит родине в их понимании. И, соответственно, я не знаю, применили ли бы это к Денису Ураду, если бы смертная казнь уже тогда была в законодательстве. Если бы это была эпидемия таких случаев, и нужно было каким-то образом поток этих сливов останавливать, то могли бы. Так же, как они там стреляли по ногам рельсовым партизанам, тоже демонстративно, чтобы запугать. И тогда они могли бы и казнить, чтобы запугать. Но поскольку, мне кажется, это было на таком уровне все-таки достаточно единичным случаем, а не факт, что они бы обязательно казнили человека просто за один документ. Не знаю. Это, это для нас сложная задача оценить степень их а, вообще погружения в, в жестокость. Да, насколько они готовы уничтожать политических оппонентов. Но потенциально я не вижу никаких а, барьеров или... А, страховок от того, чтобы белорусское государство пришло в то же состояние, в котором находится египетский режим, иранский режим, сирийский режим, многие другие режимы, которые поставили казнь политических оппонентов на поток и сделали из этого, в принципе, норму и практику в своих репрессиях. Это не то, что у нас есть в Беларуси сейчас, это не то, что у нас применялось широкомасштабно, да, но ничего нас этого не страхует принципиально меня нет иллюзій в отношении гуманнасці человечвечнасці силовиков которые там сегодня отвечают за репрессии там сапраўды просто что у гэтым законопроекте шмат разоў паўтарается про тое что гэта меры на папярэджане чагосьці ну и так сапраўды не выглядаешь что яны уже готовые пустить на поток этой смерти але ну для нечага яны ж гэта уводзяць так моя моя версия что это первую очередь запугиванне что что нужно будет моя э, Если мы придем в ситуацию войны или мобилизации, что нужно будет пугать людей, что за отказ от выполнения приказа их могут в том числе и казнить. что еще раз повторю неправда, даже по их законам, но они будут этим пугать. Выглядая так, что калі гэта у першую чаргу накіравана супраць войскоўцу силоввіком, гэта законопроект, то на во что ввогуле туды припляли чиновников. Потому что измена государству в первую очередь касается ну, всех госслужащих, да, то есть это не вы не можете ввести смертную казнь только для части государственных служащих, только для тех, кто носит погоны. Вот вам придется вообще не переписывать тогда каким-то образом вообще весь состав. Почему бы не запугать таким образом всех? С их точки зрения не бывает много запугивания. Да? какой вред этого для лукашенко ну, будут больше бояться и чиновники вот, или, там, военные э, в аппаратах всяких совбезов минобороны в том числе чтобы не сливали и так далее то есть просто принимают норму которая будет иметь широкий охват а что такое сдрада р державе как ты думаешь это будут трактовать у внутри беларуси до сих пор это трактовали как некое общение с вражескими государствами, государствами, которые белорусская власть считает врагами, то есть западными, с Украиной. И мы видели, что некоторых журналистов судили именно за измену государства Катю Андрееву, Дениса Ивашина, по-моему. А, и до сих пор, соответственно, это было именно рычагом ну, такого проведения черты: а, что нельзя обсуждать какие-то деликатные вещи с. А, иностранным государством, с иностранной разведкой и так далее. Даже если ты никаких секретов не слил, сам факт того, что ты что-то обсуждал, может быть, какие-то советы давал или наоборот, получал, уже считается достаточно. Ну, это очень широкая трактовка, специально для того, чтобы было удобно использовать это для репрессий. Вот. А как это будет использоваться дальше, особенно в случае, на который, я так понимаю, это и рассчитано, войны, ну, не знаю, это, это непредсказуемая штука. Белорусская власть умеет... расширятьць с свои жа собственные законы довольно безразмерна Так таксама цяпер за шпіянашы здраду дзяржаве такая невялічка детальлька маленькая папраўка змогуць трымаць да выстаўлення абвіувачвання чалавека у э, нейкіх іх установах до да 20 суток а не десят гэта было раней что гэта можа означаць Мне кажется, это просто облегчение работы силовикам, потому что э, за 20 суток можно выпить из человека больше признаний, придумать какие-то новые уголовные дела, если не получается натянуть на глобус измену э, э, государства. Всегда эти 10 дней использовались именно для этого, э, в случае чего переквалифицировать обвинение изначальное. И поэтому, я думаю, это просто сделано для удобства для удобства силовой машины. Если бы они могли, они бы там, и до месяца, и до двух бы это расширили по всем остальным делам. Я еще про дискредитацию сбройных сил хочу у тебя спросить. Как бы як это будет трактоваться? Ну, мы видим, в России это трактуется максимально широко за любую вообще критику армии, за просто фразу ⁇ Нет войне и так далее. Поэтому реально в зависимости от того, как пойдет, да, я ей сильно не могу предсказать, будет ли это вообще живая норма. Потому что дискредитация Республики Беларусь, статья, которая существует в белорусском законе очень давно, и она была ужесточена в 2021 году, она использовалась не так часто. Она и до 2021 года, до 2020 -го года использовалась просто буквально считанные разы, меньше пяти раз, по-моему. А после этого было несколько приговоров по этим статьям, но это не были десятки и сотни. Это тоже исключительные случаи. Будет ли также дискредитация вооруженных сил? Вполне возможно потому что вот, они бывают ужесточать какие-то нормы, а потом ими не сильно пользуются, потому что другими пользоваться удобнее. Но если будет участие белорусской армии в войне, то наверняка будут использовать намного шире, просто потому что э, это способ поддержания ну, цензуры э, и э, способ поддержания -то общественной тишины на тему провалов армии в том числе. Как ты думаешь, уличивающие настрои белорусского громадства, на увогуле ці можа гэта працаваць у беларусі так как это працуе ў рас россииі так калі сапраўды грамадства фактычна ну, вынесчаны пра протестст так, калі ён ёсць то ён маўклівы ніхто не пратэстуе супраць вайны зараз у россии все верно но беларуская власть я так понимаю исходит из того что никогда не бывает мало репрессивных законов чем больше тем лучше чем больше люди будут бояться делать то то что не нравится власти тем тем лучше, даже если каждая конкретная новая норма ничего принципиально в стране не меняет. Вот. В любом случае, если по всем каналам объявить, что сейчас нельзя и армию дискредитировать, то, ну, думаю, что какие-то комментаторы там в сети могут стать еще аккуратнее, чем они были до сих пор, потому что государство же, типа, не зря это ввело, значит, все будут ждать какого-то использования, все будут ждать каких-то дел, каких-то арестов по этим статьям, соответственно, Да, думаю, сама цэнзую людзей дабавя. слухаю тут трошку пра іншае хутчэй як ты думаешь калі раптам здарыцца гэта ну, зараз выглядае абсалютна малаверагодны сцэнар уступленні беларусю войну ці беларускае грамадства праглыне просто гэта як расійская ці можна будзе чакаць гіганцкіх хваляванняў пратэстаў чарговых і так далей Не знаю. Мой ответ, я не знаю, это, это непредсказуемая материя, мы не ждали больших протестов и в, после начала войны, а, вообще, в принципе, ну, кто мог сказать в начале 22-го года, что есть что-то, что может сейчас белорусский народ вывести на улицы в тысячах, да, ну, тем не менее, судя по всему, тысячи людей протестовали 27 февраля, хотя бы потому, что тысяча была задержана. Поэтому я не могу однозначно сказать, когда наступила, наступит или наступила или уже та черта, после которой все, энергии в обществе не осталось, и, и страх доминирует. Наверное, это зависит от силы раздражителя. И все-таки вступление своей армии в войну ⁇ это очень сильный раздражитель, учитывая, что мы знаем настроение в белорусском обществе потому тому, что это никто не поддерживает практически. Поэтому я бы ожидал каких-то протестов. Мавай не мавыя это ўжо очень сложно предсказаць но какие-то протесты особенно в первые там эм, дні часы после этого решения можна было бы себе представитьще проанансаваная такая адказнасць за пропаганду тэрарыизма і выглядає что гэта такі яшчэ один крок супраць пашырэння інфармацыйнага прынамсі плана перамога Як ты гэтацэньваешь Ну, в принципе, именно так я оцениваю. Власть видит, что оппозиция все чаще и чаще склоняется к каким-то таким подрывным, партизанским, силовым методам, по крайней мере, в своей риторике. И действует, власть действует, соответственно, на противодействие да? То есть она пытается каким-то образом сделать максимально токсичным любое взаимодействие с такими идеями, с такими силами. И, соответственно, слив любой в... Там, в Каюн становится преступлением, запись в бот намерение ехать воевать за Украину. То есть здесь то же самое, да, они пытаются максимально людям провести как можно более жирную красную линию вокруг того, вокруг вот этой более, все, все более и более такой. партизанскихх методов оппозицыі ну делают что могут в этом смысле да ониж не могут выйти каждого третьего расстрелляць просто чтобы не неповадно было вот они соответственноальна ужестачают законы яшчэ слухаю зараз у працяг тэмы войны шмат у чым выглядае чтоссия нібыта рыхтуе сабе шляхі для адступлення умоўна кажуць да что Прапаганда пачала мянять тон того что яны там про вайну рассказываюць на Как ты думаешь, какие могут быть ну, сценарии отступления? Что может Путина примусить дать заднюю? Как он может попробовать выйти из этой войны? Я не вижу таких признаков, я честно скажу. Я не вижу того, что Россия готовится куда-то отступать. Скорее наоборот, они вкапываются, они готовятся, может быть, чисто тактически к обороне да, тех рубежей, которые они смогли захватить, и пока их, которых не откатили. Может быть, прямо сейчас у них нет там планов на широкое наступление, но э, планов откатываться, планов отступать, делать какие-то еще жесты доброй воли, да, я тоже там не вижу. А, поэтому, потому что Путин прямо сейчас на днях говорил о том, как для него важно территориальное приобретение, что это, по сути, главная цель сегодня и главное достижение того, что они называют специальные военные операции, что вот Азовское море стало внутренним и так далее. Поэтому аннексию они, собственно, провели этих четырех регионов тоже явно не для того, чтобы их было легко отдать, а именно для того, чтобы усложнить этот процесс, в том числе и для следующих российских властей. Вот. Поэтому не вижу я такого сценария. Россия может откатиться, только если она будет побеждена на поле боя. То есть если войска не смогут удерживать территорию. А это может быть в том числе не обязательно там котлами, уничтожениями войска, как в Херсоне, перебитием логистики, они могут оборонять какой-то район, выходят из него и дальше придумывают пропагандистскую упаковку для, того, для своих отступлений. Или не придумывают, а просто пытаются как-то замолчать. Но инициативно уйти, ну, такого я не вижу. Это, это слишком для Путина чувствительный момент. Он сам полностью связал свою судьбу с этой войной для того, чтобы рубить сук, на котором он сидит. дав гіркі накурат плакаўся про тое, що нібыта нават расійскія солдаты не разумеюць, які мэты у крамля, для чого яны воюють, за што яны воюють. Як ты думаєш сапраўды які мэти зараз Кремля можа собе ставіць, разумеючи, што нукіл ім не уззять. Мы не знаем, что они понимают, да, своих способностей. может, они думают, что они смогут настолько истощить украинское государство, что и новые броски на Киев станут реальными, да. Они могут бы вполне пребывать в таких иллюзиях, что Украину надо просто поднажать, и, наконец-таки, она сдастся. Они должны бы уже понять, что это не так, но кто их знает. Они должны были перед войной понимать, что они не справятся. Так вот, поэтому... Честно, мой ответ на твой вопрос будет, я не знаю, что у них в голове на тему целей своей войны. Понятно, что немедленная цель прямо сейчас – это добиться какой-то оперативной паузы, чтобы Украина не могла больше продвигаться, когда придет весна, и а, за это время всех мобилизованных вести в бой, обучить хоть как-то, да, подготовить, может быть, новую мобилизацию провести, чтобы еще больше укрепить линию фронта. Поскольку Путин аннексировал эти территории, то теперь, с его точки зрения, территория России, туда можно и срочников послать, потому что срочников можно посылать на охрану своих границ. То есть, вот такие могут быть, да, ближайшие цели, но... Честно говоря, я думаю, что цель покорения Украины в том или ином виде, будь то оккупации или установление там лояльного режима, или приведение в Украину в состояние просто failed state тотального, такого, где она не сможет функционировать. То есть я думаю, что эти цели, одна из них, по крайней мере, точно не, не ушла. Они не, Путин не, не сможет до конца своего правления смириться с выстоявшей и усилившейся Украиной. Еще одну тему хочу с тобой зачепить. Не так давно помер Владимир Макей, мне цікава, як ты лічыш? Ну, Макея называлі шмат у чым такім якім бы ён ні быў, якім не былі яго рашэнні, прадстаўніком хутчэй ліберальнага крыла, чым прадстаўнікоў шляха, рэпрэсіўнасці, большай вайсковага сцэнара, таталітарызмму і так далей. Ён хутчэй за адкрытасць, калі былі часы. Ад Лигі выступал. Як ты думаешь пасля яго сыходу, ш, Вакол Л лукашенко ввогуле застанется хоть нейкое там не крыло, ну, хотя прадстаўнікиких таких больш либеральных поглядов, як і там уже выглядать пасля яго смерти. Я думаю многим людям гражданской бюрократии беларускай некомфортно от того состояния внутренней хунты, в которой этот, этот режим оказался, когда есть Лашенко, но ним под ним вся власть у силовиков. Да? Я думаю, что все, многим, включая в правительстве, это не, не нравится и некомфортно. Поэтому те, кто выступал бы за какое-то разжатие гаек, хотя бы какое-то уменьшение веса силовой, силовой машины, там остались, безусловно. Я думаю, что и люди вроде Снабкова, люди вроде каких-то руководителей банков, там Матюшевский, я думаю, что там Янчевский тот же из ПВТ, насколько просто они тяжеловесы, очень сложно судить, да. То есть вот такие люди, я думаю, в принципе, были бы рады вернуться в 2019. Да, может быть, и Головченко тоже, мы о нем ничего не знаем. Да, с другой стороны, очевидно, что Макей из всех из них был наиболее приближен. Он был ближе всего к Лукашенко с точки зрения их совместной истории. Да, он 20 лет с ним работал рука об руку был его личным помощником. То есть было какое-то доверие, которое я не уверен, что есть там у того же Янчевского или у того же Снапкова, кого угодно, Турчина, мы еще не назвали и так далее. Вот. И в этом смысле это для лагеря условных не, не кровопийц, а это, наверное, потеря. Но в сегодняшней ситуации, честно говоря, я не знаю, когда наступят времена, когда у людей такого макеевского склада ума была бы снова возможность попытаться поиграться в новую оттепель. Сейчас э, представить это без поражения России или без какого-то ослабления России в этой войне мне очень сложно. У Лукашенко нет поля для маневра до тех пор, пока э, Россия его контролирует, просто руку на горле держит. А, соответственно, пока эта рука с горла так, так или иначе не слезет, ну... Мы не видели Маккея последние годы. Наоборот, мы видели его как ястреба, мы видели его как человека, который анонсирует репрессии, который угрожает гражданскому обществу, Западу и так далее. Поэтому больших перемен от этого я, я не предвидел в ближайшие годы. Но в момент, когда бы у этой системы, возможно, открылось бы новое окно возможностей для общения с Западом, ну да, в такой момент Маккей бы, наверное, помог. Но мы еще все-таки довольно далеко от этого момента, к сожалению. І як ты думаешь кто наибольш верогодный пераемник макея Я согласен со всеми кандидатурами которые называл в том числе материал нашей нивы я думаю что здесь может быть условно говоря два таких направления может быть карьерный дипломат который не особо известен даже вдаченко олейник то есть заместитель макея. Не уверен я про Рыбакова, все-таки у меня такое ощущение, что у него всегда была такая периферийная роль в МИДе, но так или иначе, вот, вот эти люди, которые просто продолжат курс Макея, просто с меньшим каким-то, с меньшим уровнем контактов на Западе, с меньшим уровнем доверия Лукашенко, с меньшим политическим весом внутри системы, либо же это будет какой-то человек извне или условно извне, который, по крайней мере, позволял себе намного более агрессивную пропагандистскую риторику, Савиных, Амбразевич, может быть, вообще кто-то из силовиков, там, не знаю, Зась освободился в конце концов. Можно придумать разные варианты. И тогда просто понятно, что Лукашенко в этом случае от МИДа ничего не ждет, и просто ему, нужна, ему нужен МИД как еще одно подразделение БТ. Да, ну, направленное во, во внешнюю аудиторию, например. А, такое «Беларусь Тудей да, на, на, на внешний мир. Вот это просто два направления из возможных выбора преемников. Но там-то там пул есть людей. И Савиных давно хочет, кажется, и Амбразевич хочет, поэтому... А, может быть, и Рыженков хочет, я просто не знаю, какие у Рыженкова планы и мысли на эту тему. Вот, поэтому выбрать здесь несложно, но это, это, повторюсь, учитывая сегодняшнюю роль МИДа, это будет иметь ровно такое же значение для истории или для траектории белорусского государства, как и назначение нового главы знаю, СТВ. Ну, ничего от этого не меняется, в большом счете. Ты не чекаешь, что политика может измениться, удочинение до заходу, Или что МИД может иметь хоть некую вагу внутри системы? Это не определяется кадровыми назначениями, это определяется куда более системными факторами, именно если у Лукашенко прямо сейчас возможность торговаться с Западом. Прямо сейчас ее нет. А когда она появится, тогда роль МИДа может вырасти, и тогда фигура министра может тоже иметь, начать иметь значение. А пока МИД выступает, по сути, в роли даже не пиар-службы режима уже, а просто какой-то протокольного отдела администрации Лукашенко, ну, организация его встреч на саммитах ШОС и СНГ, Но это нето не то, што имеет значне. Як ты думаеш, у Лукашанкі ёсць нейкія умоўныя планы на палітвязню. Так? Яны ўжо сядзяць бясконца доўга, нічога не мяняецца. аманісты анансаваныя не адбываюцца. Ну ўвогуле бы што далейш, такі ў яго план на палітвязню, у которыхх бяруць і бяруць новых пастаянна? Я не знаю, я бы хотел знать. Судя по тому, что амнистия не включает политзаключенных, планов массово их отпускать у него нет. Иначе бы это была идеальная возможность. Он, собственно, так изначально ее и преподносил, что там будут какие-то политзаключенные освобождены, а потом поменял свое мнение. Возможно, кстати, из-за того, что Маккей ничего не привез из Нью-Йорка, никаких а, а, ответных плюшек от Запада а, в обмен на амнистию. А поэтому пока здесь хороших новостей я не вижу. Есть какая-то, я так понимаю, готовность точечно отпускать людей не первого эшелона, да, не тех, кто несет какую-то прямую политическую угрозу режиму, а вот в обмен на помилование, прошение о помиловании, какую-то компенсацию, там, если есть денежный ущерб насчитанный, то, я так понимаю, таких людей есть потенциально, у некоторых из них путь на свободу. Ну, вот там журналисты Тутбая вышли, например, да, до этого какие-то громкие дела тоже заканчивались, так, пресс-клуб и так далее, да, то есть если пойти на все условия или там на часть условий следствия, то, то можно выйти. А в остальном, честно говоря, я, я пока не вижу какой-то более широкой готовности, потому что, ну, у Лукашенко нет понимания, зачем ему это делать, а это так или иначе переговорный там, ресурс, товар, просто так его... Выбрасывать на рынок, не получая ничего взамен, он, видимо, не готов. А Я думаю, што это напрямую зависит ад того, насколько Росія дображелательна к нему. Если она станет к нему мене доброжелательна, если у них отношения испортціцца, то працэс пойдетй с пазаключным.- Як ты думаш, чаму улады працягваюць мучыць, там, ось, як зараз мучалі каленікаву, ну просто некіто нерэальнымі умовамі утрымання для людзей, якія як бы і так атрымалі драконаўскія тэрміны і невядома, колькі іх можна проста трымаць узняволенення. Ну, хотя бы не мучаючи их, так? Чему, чему их мучают? Uh, хороший вопрос, потому что у этого могут быть и объяснения личные, да. Какой-то один садист заехал на важную должность да? в МВД или в, в прокуратуру, или, может быть, вот конкретно в департамент, который занимается тюрьмами, исполняет бенефициарную систему и он просто хочет выслужиться, например, или он искренне ненавидит замахаров и считает, что их надо мучать, чтобы им там санаторием не казалась жизнь. Это может быть и такое банальное объяснение. Это может быть также какая-то попытка надавить на тех из них, кто передает какие-то сообщения на волю, да, чтобы они меньше коммуницировали через своих адвокатов, потому что мы параллельно видим волну давления на адвокатов, еще одну вот, такие могут быть причины, но так или иначе я вижу здесь я не вижу здесь какого-то высочайшего повеления, я сомневаюсь, что Лукашенко говорит, давайте-ка мы замучаем там, до язвы Колесникову и, и устроим а, м, пыточные условия вот конкретным этим политзаключенным это, наверное, возможно, я просто не вижу, зачем ему это сейчас зачем ему этим заниматься, поэтому я бы искал корни этого процесса где-то где среди силового тамров да? почемуму там это сейчас решено было сделать очень сложно сказаць без інсайдов і у працяг тэмы тое што зараз палітвязняў вырашана не не выкладваць віды якія з імі здымаюцца умоўна пакаяльных, Як ты лічыш, гэта вось у працяг э, таго, што адбываецца гэтых рэпрэсій,, Таму што многія зараз прараўновацца гэта з такой сталіншчынай, Так што, маўляў, все працягнуваецца, сітуацыя будзе пагаршацца. Про грамадства толкам і не будзе ведаць. так лю будуць проста прападаць. У невяддомай колькасці, мы абсалютна не будзем разумець якби, які маштаб э, комара ўнутры страны. Да? Як, як ты глядзіш на гэта. Ну, примерно так и смотрю, да, я думаю, что основная цель именно в засекречивании и в том, чтобы еще эффективнее отрезать внешний мир от информации о том, что происходит а в стране. Вообще, белорусская власть очень много на себя сейчас берет черт советских, советских репрессивных органов, НКВД и, в принципе, вот, советской государственной машины во всех сферах. От участия провластных активистов в репрессиях, да, когда в советские годы это были всякие союзы писателей и прочие комсомольцы, которые помогали вычислять врагов народа сейчас это вот озаренки гладкие и так далее да. мы видим то же самое с точки зрения конституционного устройства где э, появляется аналог пленума э, в виде внс э, а от выборов прямых чуть ли не пытаются отказаться и, э, и соответственно то же самое происходит в репрессивной машине да. у нас вводятся статьи в законодательство похожие на э, измену ну, измен родине уже издаться теперь за это смертная казнь вводятся идеологические, по сути, статьи, где нельзя критиковать власть, потому что это приравнивается к экстремизму, так же, как была антисоветская агитация в Советском Союзе. И сейчас в закон о партиях вносятся такие же изменения, которые, по сути, исключают возможность существования оппозиции как таковой, оппозиционных партий на, закон, на законодательном уровне. И то же самое происходит с репрессиями. Поэтому это часть большого общего тренда, такой советизации, что ли, белорусского режима, когда было проще людей просто, чтобы они исчезали. Чем устраивать из этого какое-то шоу. Поэтому я бы в этом видел причину никакого гуманизма. Особого я в этом не нахожу. Но я думаю, просто что уже на третьем году репрессии они не имеют какого-то серьезного эффекта. Все уже, кто хотел эти видео, посмотрели, и, и ожидать от них какого-то пропагандистского м -м, плюса, да, уже, уже очень сложно. Дякую, Артем. Сябры, дякую вам, что были с нами. Ставьте лайки, коли вам сподобалось, и пишите ваши комментарии. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить новые выпуски Ток Шорт. С вами была Настарода. Заставайтесь с нами.